Городские власти определили места, где ивановцы смогут митинговать. Выбрано две площадки – бульвар Кокуй и территория около памятника Фрунзе. По мнению городской администрации, эти места полностью соответствуют требованиям регионального закона об отдельных вопросах проведения публичных мероприятий. Напомним, что этот документ был принят областной думой 20 декабря. Окончательное решение о том, где ивановцы смогут проводить публичные акции, примет правительство Ивановской области.